какие-то адские глюки, блядь. Плохо слышно. Жизнь боль, я знаю. Да, он что, вышел, что? Да, у вас тоже грузится еще. Странно, написал, что Феникс вошел. А где нет? Быть его что? Ахилка. Привет, Феникс. Ну, я тут, короче, на дороге, как обычно, кома забиваю. Блядь, нихуя себе, пать, всё, сука, за нами, блядь. Охуеть. Красиво, красиво было. Хорошо, хоть залетел. На, тварь. Ебали на своих вертолетах. Ещё и на голову кома упал. Я становлюсь психопатом, да? Это после того, как я уничтожил более сотни копов за короткий промежуток времени. Не-не-не-не-не, коп, не уходи, не уезжай, не уезжай, не надо. Просто, блядь, уйди. А, блядь. О-о-о-о-о. Не доехали, пацанчики. Всех ушли, блядь. Так, где-то здесь, а вот он. Есть. Да не ладно. Слышь, Феникс, заморачивался со складами? Какая молчаливая игра у Руди. Опа! Был ситозен и нет. Как ты там, ситозен? Горишь? Гори, тварь, гори, блин. На, ебан. О, блядь, не опустил. Сгорели на работе. Опа! Че, вернулся опять? Да ёб твою мать, какой не может. Да блядь. Так, кто-то сверху что ли едет к нам? Гости к нам приходят, да, блядь, покажи. Опа, на, ебать. Хорошо, вошло.
долго ждали. Вообще похуй. Никакого уважения к коллегам, блядь. Так, авиа, блядь, едь мимо, а, ебать тебя лучше. Едь дальше, блядь. Тебя же никто не трогает. Я тут. Свои дела. У нас тут старые сидорами, блядь. А, ёпта. Понятно, понятно. Нам 100 тысяч убить. Интересно, 100 тысяч есть или нет? Давно не смотрел статистику. Так, 49 тысяч и 46 тысяч. По-моему, пора брать танк. Блять, откуда у вас столько пидоров, блять? Блять. Очкованием, что ли, нажать, блять. Блять, да ну нахуй. Я не промахиваюсь, блядь. Мать, блядь, да сюда зон, сука. Пас, блядь. Не дура. Чё там пиздишь? Паскуда, рот закрой. Слышь, тварь, взял и замутил, блядь. Хуй ты мне тут гонишь негатив, тварь тупая, нахуй. Охнулся нахуй, чтоб тебя никто не слышал, блядь. Заткнись. Охнулся нахуй, лошоныш, блядь. Кусок говна, блядь. Заебали, блядь, вы чё, сука, тупые, что ли, блядь? Тебе что-то не нравился, замутил, всё, блядь, 2 минуты работы. Иди, иди в скайп там, общайся. Иди нахуй там, барашков, блядь, ебили. Чё ты там, блядь, делаешь в своей, блядь, этой жизни, ёпта. Ты моя барашка. А, понятно. Очередное чмо. Слышь, чмо, смотри, как это делается. В игроки заходится, блядь. Чё ты заткнулся, а? Смотри, как это делается, чмо. Идёшь вот так, Яринбет или как твой ник? Хуесос, блядь. Скорее всего, просто хуесос. Включается звук. А чё это андервадеры хотят выгнать? Тупят ребята. Боятся, видно, скиллового игрока лохи. Вот, собственно, не слышим мы представителя идиотов, вернее просто идиота, у которого какая-то проблема в жизни, блядь. Вот так вот. Можешь там, короче, в микрофон обосраться, блядь, и забрызгать его слюнями к хуям. У тебя уже никто не услышит. Конченый, блядь, дурак. Нашел с кем, блядь, это. В перепалку вступать, мальчик, блядь. Школьник, блядь. Как говорил Дима, хотя он в этом немножко не прав. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Так, так, так. А, есть. Лови, давай, блядь. Вечная память. О, Андер, летишь? Слышь, ну я научился стрелять страшно из РПГ. Могу убить. На чем ты летишь-то? Чего я тебя не вижу? А-а-а! Ты как обычно. Ты как всегда приземлился аккуратно, четко кому-то на голову. Че, пострелять что ли хочешь? Ну? Ты знаешь, я что-то... А? Не, постреляться, что ли, хочешь? Я не очень в настроении, скажу честно. Не, я знаю, с кем здесь стреляться. Вон, там чувак в пассиве, он хочет со мной постреляться. Ну так тащи его на пляж. Он так не хочет. По-честному не хочет? На пляже? Без всего? Лох. Он хочет рандомно. То есть рандомно. А, в городе? Ну, он задание активировал, и я, в общем, задание ему помешал выполнить. Сейчас он мне мстит. Выходит из пассива, убивает и обратно в пассив? Не, он убивать не смог пока убить. А.
Да ну и понятно. Подожди, не взрывай. Блять. А чё, блин, попросил же не взрывай. Ну ладно, попал. На, коп. Блять, как вот копы научились на вертолёте поворачиваться от РПГ. Это просто пиздец какой-то, блять. Я не представляю, как они это делают, блять. Заметил, сука, вот именно вертолеты, блять, уворачиваются на раз, сука. А чё ты этого... Это Санатика как раз ты и мочишь, да? Нет, это другой. За меня награда, видишь? А-а-а! Чувачок это... На халявку хотел срубить бабулей? Убили нахуй! А, кстати, ты его корыто взорвал? Тут всего 1000, и то, чтоб я в пассив не зашел. О, я его пока корыто уничтожу, только 5... Должно быть 5 выстрелов. Ну, чё-то говорят, короче, количество выстрелов увеличили, блядь. До 6, если не до 7. Так, 4. Ну, наверное, 7 было всегда. Нет, 5. Блять. Мне даже видео на это есть. Тут 5 выстрелов и труп. Блять, умри. Что за. Сейчас, подожди, это у меня микрофон. Все. Дерьмо убрал. Слышь, я спалил его говно или нет, я не могу понять. По-моему, спалил. По крайней мере, блядь, тут вьюгу повернулись, а? Сука, такое ощущение, что игра просчитывает, как выстрел будет идти, блядь. В смысле, в какое место попало? Нет, вот РПГ, когда начинает стрелять, они вот в момент стрельбы улетают. Начинают это перемещаться и улетать с того места, куда должна прилететь РПГ. То есть такое ощущение, что игра просчитывает. Куда полетит ракета? Уже еще на стадии выстрела. Да что ты? Заебал, микрофон дебильный. На, хватит. Я буду вылазить из машины, пока не остановилась. Ой. Коп умер. На, блядь. Повис на рельсах, блядь. Как он называется, блядь? Оборотитель, чувак. Это было красиво. И я это заснял. Что там этот? Я у меня еще пиздит в чат или заткнулся. Я пока что его не встречал. Да он прямо вот рядом с нами в доме. Я его замутил нахуй, блядь. Заебал в другом месте. Так, что там у нас друг? Не, не говорю. А, что-то там наш друг хочет нам пиздить, что ли? Я что-то не могу понять. Блядь, нихера себе. Я сюда уже навальнул. Я так понял, там чё, братиш хочет на нас напасть? Как его там, Санатик, блядь? Не хочет нападать. Надеюсь, не хочет нападать, потому что я могу и убить. И где он сидит? На крыше, что ли? Эти мне крыски надоели, блядь, кемпер. Хренов, а нет. О, за ним еще и толпа бежит. А где он? Не могу понять. Нет, снизу. О! Спасибо, копа, ёпта. Хорошая машина. Свеженькая. Не битая, не крашеная. Да, ну нахуй. Блядь, только не порти машинку мою. О, чувак, там работает шестиствольником. Ну на. Тебе там такие вот подарки. Ничего, братиш. Ничего себе, там тебе набросаю гранат. Чувачек. Такие подарки добра, так сказать. Сука, уйду, что ли, ебать тебя уйду. А, вон ты, Соник, блядь. Молодец, попал, сука. Ладно, Соник, все это хорошо. Мы
есть вещи, которые надо заканчивать. Сейчас мы закончим компьютер. Куда ты уехал-то, ебана? Блять, а? Куда хватит? Ну, блять, да что такое? Бля, где этот говнюк ебался сюда? Чё, Феникс, склады водишь? What the fuck, нига? Что-то пошло не так, пидорас. Шестиствольник не помог? Сука, блядь, везет тебя с другой стороны улицы, говно. Пиздец. Чё, ждешь, сука, блядь? А вышел пидорас. Ну вот еще очередной долбоеб вышел из игры. Прикольно? Надолго вас охватило. Чего вы тут сюда полезли? Стоять, блядь. Да, есть тут выход. Для меня всегда есть выход. И всех убить. Так, там, блядь, на гидре летает. Опа! С упрежденницем, блядь! Сюрприз, мегафака, блядь!